Мишка мороженое ест. Городок интересный. Так я еще пока не знаю, как он. А я так и не знаю, в каком городе находимся. Что за город? Прелесть. Белое кафе. Ну, пока закрыто. Вот. Загрузили на пароход. Зальют чего-нибудь? Нальют? Грузит. Мерный столб какой-то. Что там за тележка? Вот тележка какая-то со стеклом. Возили на чугунных рельсах. То, что сделают. Остальные чугунные рельсы уже разобрали, некоторые остались. Ой. Чудненькая погода, чудненькое место. Один мостик там, вроде бы он закрыт. Вроде. Чудесный парк. Река. Парк осенний, октябрь. Посмотрел, грибов нет. Не видел. Потому что в основном в другой раз в парках много грибов. Ну вот мостик. Там не Макс. Там до такого брида еще. И обратно. Попить. Сошел в одно кафе. Называется Tea Room. Чайная комната и антиквариат. Ссылка на это кафе будет под видео. Интересное кафе. Рекомендую. Милитари. Отсюда. Интересно. Святая штучка. Пленки, слесарная мастерская, интересно.
цены такие. Всякие. Рыбалки. Кружка зачетная. Хи-хи-хи. Ой, сколько здесь этих солдатиков. Обалдеть. Просто обалдеть. Необычно. Цена 4,50 фунта. 4,5 фунта солдатик. Интересно. Всего-то. Вот так вот, зайдешь кофе выпить. Попадаешь неожиданно куда-то. Интересная вещь. Ага, бюсты. Интересно, интересно. Кружки. Это же кружки. А нет, это типа наливать кувшины. Интересно. На мне этот Google выдал, что я в парке Train End. А здесь делают мишек Тедди производства. Вот тут интересный магазинчик, который был. Производит здесь мишек Тедди. Ну, пойдем дальше. Здесь не пошли, а зря. Вот. Такие домики классненькие. Мы здесь. Пойдем на мостик еще. Вот все пошли в этот магазин. Магнитики покупать. Да не пойду. Скоро Крисмас уже. Айрон-Бридж. 1779 год.